Здравствуйте, дорогие друзья. Я с удовольствием сегодня приступаю к нашей передаче «Мидраш», в которой мы завершаем цикл картин Шагала, посвященных Пятикнижию, завершаем его на картине, третьей картине, посвященной Моисею. И я не могу сказать, что эту картину вы только что видели, по крайней мере, частично. У нас в павильоне холодно, и вы видите, мне пришлось одеться в свитер, везде холодно. У нас обычно в павильонах бывает очень жарко, потому что горят лампы, софиты, но сегодня у нас здесь холодно. И я хочу поговорить немножко об этом человеке, о Моисее, и о том, как он изображен на этой самой замечательной картине Шагала. Please, Brenda, give us graph. Вот вы видите эту картину, по крайней мере, ее часть. Сейчас я покажу вам ее целиком. Я не могу сказать, что меня бесконечно восхищает то, как она написана, но тем не менее, Шагал тут создал такое золотое освещение, в котором мы видим, что такой одетый в такую ночную рубашку старик с вот такими сияющими рогами принимает из рук, протянутых с неба, две скрижали, две таблички, на которых изображен завет. Если мы посмотрим вокруг, то мы увидим, немножко я приподниму картину эту, мы увидим тут разных других персонажей, с которыми мы, как правило, знакомы. Это Аарон, выше него мы видим немножечко тут слегка, может быть, вы тоже видите царь Давид, здесь пророк Иеремияху, здесь находится израильский народ. Здесь вот народ Израиля изготовил золотого тельца. Вот такая как бы вселенская картина получения Торы. О чем она нам говорит? Ну, многие вещи, которые вы здесь сейчас видите, мы уже обсуждали. Например, то, что Моисей, у него из головы торчат два таких потока солнца, потока света, похожие на рога. Это некоторый компромисс между еврейским пониманием слова «карнаем», что означает, что «панав его карну», «панав Моше карну», то есть его лицо Моше светилось. Но также «керен» означает не только луч света, но также и рог. И поэтому в латинском переводе «вульгата» перевели, что когда он сошел с горы Синай, где он получил скрижали завета, то он был рогат. И поэтому ему пришлось положить на лицо вуаль. Ну, значит, мы видим, что тут летит ангел, несет Тору. Тора, как бы вот та самая Тора, которая здесь получается в виде скрижали завета. Он ее как бы несет народу. И народ вот представлен несколькими такими стандартными для Шагала персонажами, которые, ну, часть из них тут как бы радуется, смотрит на, как Моше получает Тору, дивится этому удивительному событию, когда вот Бог дает свой закон людям. Другие там в то же самое время творят всякие безобразия. Здесь, значит, я повторяю, здесь у нас фигура Аарона. У него на груди, вы должны увидеть, находится нагрудник. Нагрудник, состоящий из 12 драгоценных камней, каждый из которых символизирует одно из колен Израилевых. Thank you, Brenda. Вот. И, значит, вот такая картина, которая, в принципе, уже повторяет те картины, которые мы видели. Мы видели уже образ Моше, получающий Тору, на нескольких картинах Шагала. На предыдущей встрече мы говорили о том, что картина Моше, то есть образ Моше, высекающего воду из пустынной земли, это тот же самый образ, потому что вода символизирует Тору. И то, что Моше, уведя народ в пустыню, там дал им Тору, оно символизируется в тексте Торы картиной Моше, высекающего воду из скалы, но также дано в той же самой Торе в виде Моше, поднимающегося на гору Синай и принимающего из рук Бога Тору. Вы знаете, что, ну, Бог не изображается в еврейской традиции никогда и никак, но руки его, которых у него, согласно нашей традиции, тоже нет, однако же изображаются как символ того, что, ну, божественного присутствия. Иногда рука в живописи, народной еврейской живописи, в традиционной,
указывает на какое-нибудь событие. Иногда она вот протягивает Тору. В общем, каким-то образом рука божественная, та самая рука, которая творила мир и которая создает, продолжает как бы его держать на весу этот мир. Если бы он не держал, то мир бы, разумеется, не мог бы состояться и продолжаться. Еврейская традиция склоняется к тому, что Господь продолжает творить мир беспрерывно, и поэтому мир, собственно, и существует. Вот такая немножко лубочная картина, прямо мне так кажется. Шагала завершает его цикл. И вот что интересно, что Шагал не нашел для себя интересных сюжетов, кроме вот дарования Торы и символического изображения дарования Торы, которое в Торе встречается несколько раз. Несколько раз появляется эта картина, где Моше высекает воду. В одних случаях он ее высекает как бы, ну, гармонично, благополучно, в других случаях он в этот момент страшно гневается на народ. В дальнейшем Моше запрещается входить в землю Израиля, и он умирает, не доходя до, ну, на границы Израиля, и передает свою власть Йошуа бен Нуну. И объясняют это, ну, Тора, собственно, объясняет это тем, что Моше вот как-то неправильно высекал эту воду, он гневался слишком. То есть он как-то не так, может быть, давал Тору народу, как, может быть, Всевышнему хотелось. Чрезвычайно таинственный этот момент, почему действительно Моше был не пущен в землю Израиля. Видимо, его век уже естественный прекратился, хотя он умер абсолютно. Тора настаивает, что к моменту смерти он был абсолютно здоров, он обладал ясностью зрения, в отличие, скажем, от патриархов, многих, от Иакова и от Исаака. Он обладал полной силой, крепостью тела, тем не менее он должен был умереть. Этот образ Моше, который почему-то должен умереть, глубоко запал как в традиционное комментирование, так и в посттрадиционное комментирование. Например, Зигмунд Фрейд написал специальную отдельную статью на тему о Моше как образе отца еврейского народа. И он утверждает, Фрейд, что евреи убили Моше, и поэтому и скрыли это в Торе, но вся дальнейшая еврейская культура свидетельствует о том, что у евреев имеется комплекс вины отцеубийства. Чтобы показать вам, насколько же много сюжетов могли бы быть изображены Шагалом в Пятикнижии о Моше. Собственно говоря, Моше – это главный герой Пятикнижия, центральный персонаж, который занимает собой 4 из 5 книг. Он является не только персонажем чрезвычайно важным, поскольку он дает нам Тору. Он абсолютно не служебный персонаж. Он абсолютно живой персонаж. Он необыкновенно насыщенный жизнью человек, необыкновенно противоречивый в каждом отдельном своем поступке, появляющийся каждый раз с такими неожиданными поступками, как убийство. Например, он убивает египтянина, он бьет еврея в самом начале своей жизни. Потом он ссорится с евреями, он ссорится с Богом. Но вместе с тем оказывается человеком, который только и мог дать Тору такому народу. Я вам хочу показать несколько картинок Доре, как много посвятил жизни Моисея и событиям, связанным с ним, Густав Доре. Вот, например, вот я надеюсь, что вы сейчас увидите, это первая картинка, связанная с рождением Моше. Вы видите, Моше в корзинке. В корзинке плывет по водам Нила. И настолько эта картина, настолько этот сюжет затронул Доре, что это единственный сюжет во всей его книге, где ничего, собственно, не происходит, такая лирическая картинка. Дальше мы видим следующую картину, посвященную, значит, тому же самому сюжету, но уже дочь фараона обнаруживает Моше. Обнаруживает младенца Моше, который лежит в корзине. Вы знаете, я надеюсь, все этот замечательный сюжет о том, что фараон приказал убивать, бросать в Нил всех мальчиков, рождающихся у евреев. И когда родился маленький Моше, мать его увидела, что он очень хорош, и не бросила его. А комментаторы говорят, что он был хорош, в том смысле, что он не плакал. И поэтому можно было его скрывать долго. И хороший мальчик, который не плачет. И вот его скрывала она несколько месяцев, в конце концов увидела, что больше скрывать не может. За этим скрывается тоже
ну, намек на донос возможный, и она не в силах его убить или просто выкинуть в реку, она просмолила корзинку, положила его и пустила его, поставила его в камышах в Ниле. А сестра его стала ждать, что будет, подглядывать. И пришла как раз в этот момент дочь фараона к Нилу и увидела этого младенца, сразу поняла, что это младенец еврейский, пожалела его, взяла его к себе, и выбежала к ней ее сестра, сестра этого мальчика, и сказала, что не хочешь ли ты, я позову тебе кормилицу из евреянок. И она отлично поняла, видимо, дочь фараона, о ком идет речь. Она поняла, что будет именно мать выкармливать этого ребенка. И она так и сделала, отдала его обратно матери. Потом этот ребенок попал уже в дом фараона и вырос там. И вот мы видим уже картину Моисея перед фараоном, но уже не маленький Моисей, когда... Ну, существует масса легенд, которые Доре пропустил, поскольку он не знает их. Он все-таки христианский у нас художник. А Шагал наверняка знал историю о том, как Моисей жил в доме фараона. Здесь мы уже видим старца Моисея, который пришел к фараону требовать, чтобы народ Израиля был отпущен. И вот он бросает свой посох, и посох превращается в змея. Это тоже сюжет, который был в мировой живописи чрезвычайно активно, особенно в арабских миниатюрах, использован, где там, здесь мы видели маленького такого змея, но часто это бывает страшный, огромный змей, которого все страшно боятся. Вот мы сейчас видим, уже начинаются казни, которые Доре тут с большим удовольствием изображает нам. Это моровая язва. Вот, следующая казнь у нас – тьма осязаемая. Ну, мы видим, что Доре восхищен возможностью нарисовать тьму. Вот, если мы посмотрим, здесь мы увидим истребление первенцев. Такая трагическая картина. Проходит ангел с мечом, вы видите его. И лежат египетские первенцы мертвыми. Известно, что фараон сам тоже был первенцем, но он, однако же, остался жив. Потому что он был нужен для того, чтобы доказать величие Всевышнего. И вот, наконец, фараон говорит Моисею: уходи. Вот это фараон, видимо, изображается Доре. Мы видим, с каким наслаждением Доре все эти сюжеты использует для своих гравюр. Здесь прекрасная, совершенно потрясающая. Но она очень мелкая, она как раз... Чем лучше работа Доре, тем она наверняка хуже смотрится на ваших экранах. Это переход через море камышей, которое переводится неправильно, как Красное море. Я говорил о том, что море это, оно отнюдь не красное, это камышовое море, оно вполне могло быть совершенно в другом месте. Здесь, опять же, Доре придается такому лирическому моменту. Третий день у Синая. Здесь нет, собственно, Моше не играет особенной роли. И вот, наконец, центральная картина, посвященная Моше. Это Моше, спускающийся с горы Синай, несет скрижали. Вы видите, что Доре тоже изображает его с такими, ну, как бы, с одной стороны, рогами, а с другой стороны, все-таки лучами. То есть Доре была известна, двойная подоплека рогов Моисеевых. Вот, и... На этом не кончается еще, как бы, ну, здесь продолжается и так далее. Thank you. И так далее. То есть мы видим, что сюжетов, которые изображает, которые берет Доре, очень много, посвященных Моисею. Мы видели, что прекрасная совершенно существует живопись в Сикстинской капелле, посвященная Моисею. Я сейчас вам ее тоже покажу, хотя уже показывал частично. Она довольно мелкая, я надеюсь, что вы тоже ее увидите. Вот. Тут мы видим переход через Красное море, через море камышей. Да, но это, видимо, вы вряд ли сможете это хорошо увидеть. Ладно, я не буду слишком это растягивать. Но я хочу сказать, что... Однако же Шагал не стал ничего этого рисовать. Хотя его явный... Для него эта фигура явно центральная, но она для него, однако же, скорее служебная. Скорее тот человек, который вот, получил закон, который облагодетельствовал народ,
который в какой-то момент воплощает собой народ, собирает в себя народ. И я хочу прочесть вам текст из псалмов. Собственно говоря, это 90-й псалом, который в русских, в христианских переводах оказывается 89-м псалмом. Псалмы иногда не точно, меняется немножко их нумерация, потому что некоторые псалмы иногда в переводах соединяются вместе и оказываются одним псалмом, другие псалмы, наоборот, разделяются не так, как в еврейском тексте. Вот. Но в еврейском тексте это 90-й псалом, а в христианском это псалом 89-й. И послушайте, какая трагическая интонация внезапно звучит в этом голосе человека, который дал народу Тору, который дал народу закон, то есть человеку, которого мы можем воспринимать за давностью лет как политика. Мы слышим абсолютно неполитический голос. Называется этот псалом «Молитва Моисея, человека Божьего». То есть он здесь предстает как человек. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, «Возвратитесь, сыны человеческие». Ибо перед очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, который прошел, и как стража в ночи. И Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, цветет утром и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей, мы в смятении. Ты положил беззаконие наше перед Тобою, и тайное наше перед светом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем, и мы теряем лета наши, как звук. Дней наших 70 лет, при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, и за все те лета, что видели мы бедствия. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах Твоих слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших помоги нам. И в деле рук наших помоги нам. Вот такой текст, удивительный псалом, посвященный Моисею и, вероятно, или, возможно, написанный Моисеем. По крайней мере, таким он предстает нам в книге псалмов. И вы заметили, что этот псалом в каком-то смысле он очень сильно отличается от псалмов Давида, которые, во-первых, псалмы Давида, как правило, идут от одного человека. То есть человек, Давид сам по себе, Давид – это я. Моисей – это мы. Он говорит «мы». Но вместе с тем, в этом «мы» совсем нет никакого торжественного марша от горы Синай. Весьма трагический текст. Я хочу обратить ваше внимание на несколько слов, связанных, которые чрезвычайно важны и сильны в нашей традиции, которые связаны с этим псалмом. Он говорит, ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Вы знаете, что нет слова раскаяние в иврите, а есть слово тшува, возвращение. И тут вот это возвращение, оно, которое, Господь говорит, возвратитесь, сыны человеческие. Это возвращение имеет два значения. Одно значение – возвратитесь при жизни. То есть, изменитесь, улучшитесь, раскайтесь, вернитесь к своей истинной сущности. Иное возвращение – это возвращение в прах. Второе, что я хочу… Следующий прямо за этим стихом идет. «Ибо перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел». Из этого псалма учат наши мудрецы, что день Господа как тысяча лет. И поэтому, когда говорится, что… То есть вот его время, оно исчисляется не днями, а тысячелетиями. И поэтому было сказано Адаму в раю,
что в день, когда ты поешь от этого дерева, умрешь ты. И возникает вопрос, а что ж, тогда он не умер? И есть два толкования разных на это. Одно толкование, что Господь смилостивился над Адамом, и он его оправдал. А другое, что он его не оправдал, и он умер в тот же день, а именно в течение 1000 лет. И почему он не прожил 1000 лет? Потому что он прожил 930 лет, из 1000 лет он 70 лет отдал жизни человеку по имени Давид, который не должен был, согласно этому мидрашу, вообще жить. Но Адам попросил Бога пропустить перед его мысленным взором всех людей, которые от него произойдут, и он пропустил не только людей, но и всяких неродившихся, выкидышей. И вот он увидел одну такую душу и сказал, что это? Кто это? И Господь сказал, это, не обращай внимания, это выкидыш, этого не будет. Вот, тогда он сказал, могу я дать этому человеку годы своей жизни? Он ему сказал, пожалуйста, ты можешь. И он ему дал 70 лет, и это был Давид. Вот, и дальше мелькнул Давид в этом псалме, и мы видим следующее, что он говорит ему, дай нам сердце слышащее. Сердце слышащее – это тот орган мудрости, которым, по мнению Торы, человек может обладать. И вслед за Давидом тут всплывает образ Соломона, человека, которому, когда он становился царем, когда он восходил на трон, ему во сне явился Всевышний и спросил, что ты хочешь? И Соломон ответил, я хочу, чтобы ты дал мне сердце слышащее, чтобы я мог понимать этот народ, который ты мне доверил. И тогда Господь, согласно тексту Торы, сказал, за то, что ты не попросил золота, бриллиантов, власти, женщин, коней, долголетия и могущества, а попросил ты сердце слышащее, я дам тебе все то, что ты не попросил, и сердце слышащее тоже тебе дам, потому что ты попросил то, чего должен царь просить. То есть вот мы видим, что в этом псалме, в этом тексте, связанном с Моше, существуют другие герои, которые пришли позже. Мы знаем, что в Торе, в Пятикнижии предсказаны тем или иным способом, в том числе открыто предсказаны, огромные пространства временные, в том числе пространства, простирающиеся до наших дней. Моше видел, видимо, их, и каким-то образом, или наоборот, он их предсказал так хорошо, что они теперь сбываются, потому что это слово оказалось очень веским в сознании евреев. Но как бы то ни было, вот текст, который нам оставил Моисей, или текст, который приписывается Моисею, оказался основным текстом нашей традиции и основным текстом нашей судьбы. Потому что наша судьба коррелируется этим текстом или сама себя подправляет в сторону этого вот текста Пятикнижия Моисеева. И вот интересно, что Шагал нарисовал нам вот эту вот картинку получения этой Торы. Это, в общем, в какой-то мере картинка у Шагала лубочная, потому что, конечно, если мы внимательно вчитаемся в текст Торы, то мы увидим там несколько описаний того, как Моше получал Тору. И мы увидим там, если мы внимательно будем читать, несколько разных вариантов 10 заповедей. Не только те 10 заповедей, которые традиция вот утвердила, что вот это были 10 заповедей. Есть еще 2 набора из 10 заповедей в Священном Писании. И мы нигде не видим в Священном Писании, что именно 10 заповедей находились на скрижалях Завета, которые Господь дал Моисею. На этом я, значит, хочу сегодня закончить и делать маленькое объявление. Please, Brenda, give us graph. Поскольку наша передача теперь уже не только показывается в прямом эфире, а также показывается в Бруклайне, в Линне, и скоро будет в Ньютоне,